Всем привет из римского магазина «Манго». И я сегодня незапланированно решила вам показать, на какие позиции стоит обратить внимание, потому что в России в «Манго» начались скидки -25% на осень-зиму 2021, и будут они действовать до 12 ноября. Во-первых, мне очень понравился вот этот шерстяной красный костюм. У меня есть похожий от Massimo Dutti, и мне все на него делают комплимент. Также советую приглядеться вот к таким классическим светлым кедам. Очень интересная подошва у них. А вот этот костюмчик явно был вдохновлен костюмом от Fendi. В принципе, все еще с нами мода на инфантильные украшения, поэтому можно обратить внимание на них в «Манго». И здесь мне нравится то, что они сделаны очень добротно, качественно и по внешнему виду, и на ощупь. То есть не какой-то дешевый пластик, а все вполне себе прилично. Очень мне понравилась вот эта модель ботинок с квадратным носиком. Достаточно широкий, и нужно, конечно, мерить, смотреть. Один из вариантов верхней одежды, но на теплую, конечно, осень. И дальше мне понравились джемпера с таким горлышком, особенно в красном цвете. А вот эти ботинки очень крутые, это 100% натуральная козья кожа, с таким как будто немного скошенным каблуком, квадратным носом, и рядом стоит а-ля сумка Gucci. А вот это, честно говоря, одна из самых моих любимых моделей казаков у «Манго» в этом сезоне. Замшевые в цвете кэмел. А все, кто хотели приобрести сумку Hermès, но пока не решаются, могут найти аналог один в один в «Манго», да еще и в трех цветах. И вот еще супер вариант верхней одежды. Мне очень она понравилась. Гораздо круче будет смотреться любой дубленки «Авиатора». И стоит она всего 80 евро у нас. Также мне очень понравились вот эти ботинки. Они, к сожалению, не натуральная кожа, но зато они стоят дешевле. У них тоже квадратный носик, но уже гораздо уже. И такой плоский каблук. Красивого цвета платье, такое немного отливающее, атласное. Вот такой более удлиненный вариант куртки. И сейчас слева будут сумки а-ля Bottega. Зеленая и черная с белым. А вот здесь у нас и Saint Laurent, и Gucci. Но, честно, советовать я такое не буду. Красивое платье с таким глубоким V-образным вырезом, и рисунок идет вертикально, это хорошо будет вытягивать силуэт. Можно, в принципе, присмотреться к ремням. Мне понравился вот этот, такая необычная у него пряжка. И вот здесь я нашла две супер бейсболки, одна такая классная, коузи, мягкая, и вторая в таком зеленом оттенке, более атласная, что ли, очень красивая. Покажу быстро вам себя, я уже в примерочной, я сегодня на таком расслабленном стиле, потому что очень резко вышла из дома. Первую я мерю вот такую классную плессированную юбку, она с логотипом «Манго», и мне очень нравится, ее можно носить с длинными сапогами, чтобы они уходили под нее, можно даже, например, белый верх и белые сапоги, чтобы у нас повторялось через один цвет. Дальше, конечно же, мерю джемпер вот с таким вырезом, очень мне нравится это во всех моделях в этом сезоне. Ну и, конечно же, полоска, она у нас была, будет и есть вообще вне времени, и всегда-всегда она актуальна. Дальше продолжается логомания, я мерю уже вот такие штаны, опять с логотипом «Манго». Очень классные, но, конечно, их лучше не с плоским ходом, а выбрать что-то на каблуке. И мерю я их вот с такой клевой жилеткой, с завязками по бокам. Очень большие разрезы, поэтому обязательно вниз нужно что-то надевать. По стоимости она, кстати, одинаковая со штанами. Ну, я не сдержалась, взяла померить этот а-ля Fendi костюм. Вот, конечно, мерю первым делом брюки. Могу сказать, что они очень классные, невероятно мягкие, в них так приятно находиться. И длина достаточно комфортная, вот у меня рост 1,79 м, по-моему, смотрятся они прикольно. Сбоку тоже показываю, они на высокой талии, на таком мягком поясочке. Ну и сразу показываю поближе кардиган, пуговички, все очень аккуратно сшито. Такой комплект выходного дня. Если вам себе хочется максимально комфортно чувствовать, то советую брать сразу обе вещи. Вот, спасибо, что вы были со мной в этом видео. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.